Всем привет, с вами Макс Гиндер, мы продолжаем играть в Hard West. Сегодня мы начинаем новую сюжетную главу. И, в общем-то, я считаю, что вот это нужно оставить напоследок за Ворона. А вот это вот мы начнем проходить сегодня. За Кассандру. Так, максимальная сложность. Боевронир железного человека, это, конечно... Пока что не для нас. Инквизитор уничтожил тайный орден. Высадил и убил каждого его члена. Только чтобы доказать свою верность. Осталось лишь одно, покончить с той, которая теперь всеми силами боролась за жизнь. С Кассандрой. Хоть его приспешники и быстро настигли ее. Кассандра был козырь в рукаве. Она могла видеть будущее. И тот день не был ее последним. Чернь свистела. Петля приближалась. Она не теряла надежды. Двое могли спасти Кассандру и освободить ее. Но сначала им нужно было отвлечь бандитов. Остановите казнь. Хрена себе миссия, блин, вы смотрите на это дерьмо. Сколько тут врагов. Офигеть, что делать-то вообще? Избегайте, так, избегайте, понятно. Какой-то Эндрю Хардин и Пако. А какой-то жраба, нет, ну, в общем-то, не особо и жраба, стакси. Так, а чё ж, можно вот так сюда пробежать, да? Здесь не заметит его никто. Не заметили. Как же её остановить-то? Вообще, я думаю, что, возможно, вот тут вот можно было бы нормально пройти так. Поэтому попробуем там. Так, что у нас есть в инвентаре? Возможно, там кроется подсказка. Гвозди. Вот гвоздибомбу там было бы самое то заюзать, да? Бля, мы тут не пройдем. Печаль, беда. Пали вот тут и пали вот тут. Доза опиума, саквояж медика. Так, ну я думаю, сейчас мы этого товарища оставим. А чего это у него дрободан? И вулкан-пистолет, да? То у этого бомба. Тогда давайте все-таки первого поставим. Так, а по жизни что, 10? 7? Ну тут тогда вариантов даже никаких других больше нету. Ставим на запугивание Хардина. Ну, похоже, нужно убить просто этого петуха, да? Висельника, в общем. Пец. Сколько тут глазок. Не-не, пока мы таким заниматься не будем.
интересное. Так, Паку. Малая вероятность, да? Мне кажется, надо им все-таки наверх, наверное, залезать. 50. Ну, давай попробуем. Красава. Кассандра успела ослабить узлы, пока палач был еще жив. Разгоните крестьян. Ёпа-мать. Вот сюда вот ее спрячем. Блин, надеюсь... надеюсь, там нет ни у кого этих самых хрени. Беги! Фу, нету. В угол куда-нибудь. Вот сюда давай. Драпаем, ноги делаем, нафиг. Получи в рот. Дроби. Пако, пригнись! Хотя бы, не знаю, как-нибудь присел, что ли, ё-моё, чё за бред, он стоит как дурачок во весь рост. Пипец, да сейчас по-любому кто-нибудь да попадёт, мне кажется. Ну, ёб твою мать-то, а. Фак. Кассандра и Харлин должен выжить, блин. Паку я вообще-то хотел, чтобы он выжил. Ой, мазафака. Да тут пипец, сука, этих крестьян вонючих. Получай. Рада, что у них хоть жизни мало, мало жизни у них, в общем. Блин, жалко, вот бомбу бы туда швырнуть было. Блин, а? Отстой. Мне кажется, такое ощущение, кстати, у меня сложилось, что по-любому бы его убили бы. Там даже хоть какая была, блин, хоть какая была бы, какие были бы шансы. О, давайте его пивом жахнем. Хорош. Целебный нет, целебный рановато юзать. Уже их двое, ё-моё.
Хорош. В принципе, их много, но они умирают, это как мухи просто. Что-то как-то я думал, на большее время хватит этого опиума. Кассандра не знала своих спасителей, но было и не до знакомств. Нужно было расправиться с теми, кто жаждал ее смерти. Ни они, ни их почтовые голуби не должны были покинуть этот город живыми. Что, голубей тоже нужно будет мочить? Убейте тех почтовых, да вы что, издеваетесь? А где они есть-то? Курлык, курлык, блин. Так, тогда давай двигаем к этому. Тут, видимо, проходить нельзя. Двигаем к почтовому отделению, блин. Что это такое? Найден ключ. От чего? Хрена себе. Патрульные оказались не просто продажными слугами закона, а дьявольскими отродьями, да? Fucking shit. Так все быстро поменялось. Жесть. Так, пускай, наверное, тоже ноги делают. Чё, блин? Ой-ой-ой. Пошёл в чёрный ход, нужен был ключ. Но ключ мы уже нашли. Нам бы ещё голубей бы убить. Офигеть, тут жесть какая-то. Блин, тут мы не пройдём, да? Так к нему лучше бежит. Фак. Ой-ой-ой. Блин. Ну так он, по идее, стрелять не может. Еще один рогает стоит. А ключ-то только у нас были. Да можно, в принципе, ее отправить открывать дверь, чем тут будем вдвоем толпиться-то. В
Блин, тут двое, жесть. Тут такой процент 65 урон 5, а тут 58, зато 6 урон. Попробуем. Фак. Неудача. Как же нам забраться на второй этаж? Понятно. Ладно, давайте подлечимся. Тут точно был тип, вот он. Красавчик. Красавица. Тут же вариант был тоже черт, нет? Блин. Дьявол — это жесть, вот эти вот уроды, демоны. Это, блин, хрен попадешь, но заходить тут можно рикошетить, да? Смотрите, тазик стоит. Можно же вообще с этой стороны, кстати, обойти. Причем все по той да по той. Он там отвлекать будет, а мы сейчас перебьем голубей отсюда. Да, толку-то на этот рикошет. Спустился один ублюдок. Блин, фак. А нам просто что, нужно их расстрелять, что ли, или что? Или подойти прямо именно? Видимо, расстрелять можно тоже. Лучи, говно. Можно было вообще, блин, сверху, наверное, пострелять. А, тут нет нигде. Я с ног на него ходит, точно. Хорош. Сюда перезарядимся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Голубей прикончили, но слуги инквизитора все еще жаждали смерти. Убейте ополченца. Да вы издеваетесь, что дьяволята ссаны. Да я буду до ночи убивать.
Ааа, нет, fucking shit, не смей. Петух. Фух. Это попадет, небось. Нет. Пипец, вы что, офигели совсем, ублюдки? Так, отступаем, потому что вообще не перезаряженное оружие. Кто там, блин, этот, воркует, если мы всех перестреляли, мне интересно. Здесь в углу никто не стоит. Кто-то вышел отсюда, блин, еще. Блин, пипец. Да офигеть вообще. Так, надо ему опять драпать нафиг. Сюда вот куда-нибудь. Надо сейчас загасить, а он должен выжить. Придется отдуваться, провидеться, я не знаю. В принципе, у него неплохо получается. Надеюсь, никто не обойдет нас со спины. Ну, не со спины, а сбоку. Чё, заёрзали, ублюдки? Тут ещё лечится урод, офигел? Так. Там двое. Фига себе, на первый раз промазал вообще. Ты куда ты все убегаешь, ты ё-моё? Фак. Пипец, я надеюсь, сейчас не нужно будет вообще заново все это проходить. Да вы издеваетесь, ё-моё, что за система сохранения в этой игре? Блин, дебил. Ну, пиздец. Но, с другой стороны, может быть, сейчас будет жив наш компаньоне. Как он так сдох с 10 жизнями, мне интересно. Ничего. Кто меня видит, вы издеваетесь? Подозревает, вау. Поссаться. Попробуем немножко иначе. В этот раз пойти. Ой, блин, а? Почти вышло. Можно попробовать где-нибудь здесь вот засесть.
Или вообще где-нибудь сбоку. В общем, более выгодную позицию занять. Ой. Может быть, даже бомбу оставить на этих ублюдков. Где валят? Так, ну что, кладем этого петущини. Погоди-ка. Before the life left the hangman's eyes, Cassandra had already loosened her binds. Драпаем. Можно, в принципе, сейчас сразу кого-нибудь посылать уже туда к голубятни, да? Ты чё, охерел? Нет, сука такая. Хрен тебе. Такс. Давайте, наверное, опиум примем, что делать-то остается. Устроим там сейчас быстро их скидаем направо-налево. Ой-ой-ой-ой-ой. На кого-то уже туда отправлять, я думаю. Cassandra didn't know the names of her saviors, but there was no time for introductions. The man who wanted her dead
needed to be dealt with. Neither they nor their carrier pigeons could leave that town alive. Так, голубки почтовые, да? Ну, давайте и отправим сразу вот сюда вот. There was a back door, but it required a key. Ключ мы сейчас найдем, это не проблемка. A key had to be somewhere nearby. Так-с. Кстати, он там что-то тоже есть, да? Хотя ключ-то, наверное, все-таки там будет, я думаю. Хотя, может быть, и здесь в этот раз. Чего знает. Так, его мы начнем двигать сейчас. Нам как раз таки и нужен ключ, да? Так, ключик. Послушайте, а если их вообще не трогать, если просто голубятни расстрелять и все? Вот отсюда она не упадет. Пойдет. Вы прикончили, но слуги инквизитора все еще жаждали. Ну понятно. Блин, что я сделал? Че, Вась? Ладно, перезаряжай. Самое время жахнуть бомбу, мне кажется. Че, никак? Так, ладно.
Так, эту нафиг прячем. Мадаму. В принципе, что вам тут торчать, да? Можно туда же тоже двигаться. Ну-ка, если вот так обоих заденет. Только одного. The rallies turned out to be something more than just corrupt lawmen. Так, четверых надо убить, да, этих ублюдков? И они сразу начали типа показывать чудеса стрельбы. Паку давай. Отсюда она не будет попадать, не? Не. Блин, надо... А, черт, не успел походить. Фак. Надо ему, конечно, оттуда, наверное, уходить, я не знаю. В принципе, у него еще саквояжик есть. Насколько я помню. Тварь, а. Да блин, ну пипец. Не надо ему отступать, мне кажется. Хотя не знаю, саквояж-то есть. Сучонок. Ладно, давайте отступим. Куда они все убегают, блин?
Отлично. Гады. Бля, они же там будут сейчас жизнь восстанавливать, ё-моё. Пипец. Ой, да. Нет худа без говна. Я вам так скажу. Суки, они лечатся, вы посмотрите на это дерьмо. Это ж пипец. Неубиваемые пидорасы какие-то. Надеюсь, тут нет одного в углу. Нет, они все убежали туда. Сука. Ублюдочная. Пипец. Ну чё вот, блядь, по одному-то везде? Они, значит, кроют нормально, а у нас по одному всегда, блядь. Заебись. Так будем до ночи, блядь, тут возиться. Ну и чё это такое? Тут хотели сказать, что он не видит, блядь, его нахуй в эту дырку. В проход. Рикошет сейчас можно будет, кстати, юзать неплохо. Ну как ты промазал, блять, начинается хуйня. Че нам опять подлечится? Зашибись вообще, дружочек. Конечно, блять, почему бы и нет? Не, нихера. Не знаю, что-то мне, блять, сомнительно, что мы это пройдем все сейчас. Хотя вот еще один дурак остался, да. Другой танцует. Да, блядь, пиздец. Mozilla стайл. Все, одного убили нахер. Возможно, только она может их кромсать. А он опять будет лечиться, да? Не, нихера вот. Да твою мать, ну блядь. Хрен. Ну а что толку-то? Ну попал, ладно.
что, заёрзали, пидорасы? Плохо кончится, что мы ее так на, это, на виду у всех поставили, мне кажется. Блин. Паку, давай, я в тебя верю. Ну чё так мало-то? А почему шанс нулевой, блять? Вы издеваетесь, нет? Разработчики, сука, как вы так все делаете-то нахер? Я вообще охереваю с вас. Пиздец. Да заебись, да. У меня, значит, 0 через 2 метра шанс попасть, блядь. А у них 100%, блядь. Пиздец. Сдохни, гондончик. В пеперончик. Блин, же я так встал. Хотя, вроде как, я не вижу, но они видят, наверное, да? У них там супер, блядь, зрение охеренное. Начинается тема инквизитора. Обоссыся, не пройди. Что в переводе означает? Да хрен. Фак, что ты сделал? Иди сюда нахер. Похоже, все, ребят. Похоже, придется все это переключать. Да. Ну, в общем-то, опять начинается херота, которую любят разработчики. Как бы неоправданная сложность, причем, ну вы сами сейчас, собственно, знаете. В общем, продолжим в следующей серии. Оставляйте комментарии, если вам понравилось данное видео. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Макс Гюнтер, всем пока.